Let's turn to Matthew chapter 3. Откроем Евангелие от Матфея, chapter 3, третью главу. Евангелие от Матфея, третья глава. When John the Baptist came preaching, what was he preaching about? Когда пришел Иоанн Креститель и начал свою проповедь, о чем он проповедовал? Okay. Where would you find that? А где об этом говорится? When Jesus came preaching, what did he preach about? Когда пришел Иисус Христос и начал проповедовать, о чем проповедовал Иисус Христос? Приблизилось Царство Небесное, покайтесь. Where would you find that? А где говорится об этом? В Библии. Matthew 4:17. 4 глава, 17 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Okay. So the big question is, what did he mean by what he said? Тогда возникает такой вот важный вопрос. Что он имел в виду, когда проповедовал об этом? What did he mean? Как вы думаете, о чем он проповедовал? О каком царстве? О себе? That's what the kingdom means? То есть царство Божие — это Иисус Христос. Okay. Anybody else? А какие-нибудь еще другие есть варианты? Когда проповедовал о царстве Божьем, что он имел в виду? Okay. Why do you say that? Why do you say spiritual? Решил, что он проповедовал о духовном царстве. Потому что царствие небесное, оно духовное. Because the kingdom of heaven is spiritual. Is that all it is? Только духовное и все? Нет, оно не только духовное, но на данный момент он просил покаяться. But at that time it was spiritual because he asked to repent. Покаяться, духовная сфера покаяться. Okay. То есть изменить свое внутреннее содержание. Okay. All right. Anyone else? Хорошо, еще какие есть мысли по этому поводу? Царство Божие. What type of kingdom were the Jews looking forward to? Какого царства ожидали евреи? Земного. Physical. So were they wrong to look for a physical kingdom? У них были неправильные ожидания. То есть они имели право ожидать земного царства. Да, да, да. They had the right to expect, but expecting the wrong thing at that time. Okay. So theologians have thought long and hard on this question. Богословы очень усердно работали и очень много работали над исследованием этого вопроса. Which is, what was Jesus meaning by what he said when he said the kingdom of God is near? Именно в том, что имел в виду Иисус Христос, когда говорил о том, что приблизилось Царство Божие. So we've already exposed you to these terms, and now we're just going over them with a little bit more detail. Мы уже рассмотрели несколько терминов, которые имеют отношение к этому, несколько точек зрения. Сейчас еще более подробно поговорим о них. Так вот, одна точка зрения, которая появилась в результате размышления над этим вопросом, это постмиллинаризм. And then this view, it would be understood that what Jesus meant by what he said. Согласно этой точке зрения, смысл проповеди Иисуса Христа следует понимать следующим образом. Is that I will establish my church. Я установлю свою церковь. Я воздвигну церковь. And the church will bring in the kingdom. И церковь положит начало царству. For 1,000 years, на тысячу лет,
And then the return of Christ. А потом возвращение Христа. So the church brings in paradise on earth. Церковь должна была положить начало райской жизни на земле. And for biblical support, they would look at Matthew 13. Библейское обоснование. Евангелие от Матфея, 13 глава. 31. 31 стих. The kingdom of God is like a mustard seed. Царство небесное подобно зерну горчичному. And it starts out small and grows big into the kingdom. То есть все начинается с маленького семени, потом вырастает и получается большое царство. And the same with the leaven. Да, и то же самое притча о закваске. Jonathan Edwards was one of the more famous people who believed in this. Jonathan Edwards, один из великих богословов, который придерживался этой точки зрения. And I think that Jonathan Edwards was greatly influenced by the Great Awakening. Был под влиянием Великого Пробуждения, я так считаю. The Great Awakening in the middle of the 1700s saw many, many people come to know or to repent. Вот Великое Пробуждение, которое было в начале 18 века, очень много людей привело к покаянию. I think Edwards thought that if we could just preach more of the gospel everywhere, that this type of repentance would continue all over the world. И Эдвард полагал, что если люди будут больше проповедовать Евангелие в разных частях мира, то все больше будет покаяний по всему миру. And thus usher in the kingdom of God here on earth. И таким образом мы могли бы положить начало земному царству. So the post-millennial view would say that when Jesus said the kingdom of God is at hand. И поэтому с точки зрения постмиллинаризма, когда Иисус Христос говорил, что Царство небесное приблизилось, what he meant is that the church was going to come and preach the gospel. Он имел в виду следующее, что церковь будет проповедовать Евангелие. And through the evangelizing of the world, that God's kingdom would come to this world. И посредством благовестия во всем мире наступит Царство Божие. Then after 1,000 years, Christ returns. А через 1,000 лет вернется Иисус Христос. What do you think? Что вы думаете по этому поводу? Я согласна. Ну как, смотреть на эти притчи, то важно понять, как бы идет все от того, что кому это говорилось. So if you look at the parables, it's important to see. А церкви ли? Whom it was spoken is about was if it was really about the church. Or about something. Yes, that's good. Да, хорошо. There are other texts that would seem to contradict the postmillennial view. That would speak against it. Есть еще одно место в Библии, которое противоречит вот этой точке зрения постмиллинаризма. For instance. Например. In the Sermon on the Mount, Jesus says, "The way to life is hard, and few shall find it." Нагорной проповеди Иисус Христос говорит, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Did you find it? 7:14. Yes. Немногие находят их. Какое место? 7 глава, 14 стих. It doesn't sound like a worldwide revival. То есть не похоже, вот, чтобы здесь говорилось о всемирном пробуждении, о том, что все покаялись, все пришли. 2 Timothy chapter 3. Второе послание Тимофею, 3 глава. And
chapter 3, verse 1. Первый стих. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. А знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. So it sounds like as the world goes on, times will get tougher, not better. А в соответствии с этим стихом, со временем будет все тяжелее и хуже, а не лучше. Also, we learn from the Old Testament that before the kingdom comes, what will happen? И также мы с вами изучали Ветхий Завет на прошлой неделе и говорили о том, что прежде чем наступит Царство Божие, что еще должно произойти? That and just judgment of the world. Мерзость запустения и суд, да, суд над миром. It's judgment, then blessing. Сначала помните суд, а потом благословение. Такой порядок. History has also revealed that whenever the church gets political power, it becomes corrupt and persecutes non-believers. И также история показала, что когда церковь получает политическую власть, она наделена политической силой, то она начинает преследовать неверующих людей и сама тоже становится коррумпированной, расплевается. As the old saying goes, power corrupts. Как есть вот такое высказывание, что власть расплевает. And that's true even of believers. А это касается также и верующих людей. Any questions or comments? А вот какие-нибудь у вас есть дополнения, вопросы по вот этой точке зрения о Царстве Небесном? Ну что, наблюдать вообще скорбь, да? So they don't have tribulation at all? What is the period of tribulation in that diagram for them? Ой, по-моему. It may be here. After the 90? Yes. После второго пришествия. You know, I don't know what exactly they believe about that or when the time is. Я точно не могу сказать, как они относятся к восхищению в церкви, где именно они считают, что оно происходит. You know, there aren't a whole lot of evangelicals that believe in this view. Не так много евангельских христиан, которые следуют этой точке зрения. But those who do feel like it's a very optimistic theology. Но даже те, кто придерживается этой точки зрения, считают, что эта позиция очень оптимистичная. Because they see the world getting better, whereas most Christians see it as getting worse. Вот эти люди считают, что в мире еще будет все лучше и лучше, то есть будет прогресс, да, и в духовной сфере, в то время как большинство христиан видят только, что становится все хуже и хуже. Yes, такая точка зрения была, когда вот были крестовые походы, когда была инквизиция. Was that popular during the Crusades and during the time of No, actually, it was the most popular during the Great Awakening. Скорее всего, это была популярная точка зрения только в период Великого Пробуждения, начало 17 века. And the Great Awakening affected especially England and America. Вот это Великое Пробуждение повлияло в основном на Великобританию и на Америку. Опасное положение, когда придет сатана, да, уже в начале мира установлено. So it's a very dangerous position because when Satan comes during the first 3-4-5 years of tribulation, there will be peace and prosperity. And so if people who are living in that position, they might think that the Lord has come and the church has brought heaven to earth because it will be very good time. Could be. Вполне возможно, да. Let's move on to another view, which we've already talked about. Сейчас перейдем к другой точке зрения. Мы уже о ней говорили. Амиллениализм. Амиллениализм.
Christ comes. Итак, вот здесь у нас приход Христа. The kingdom is now. Царство ныне, то есть Царство Божие уже существует. I believe they do believe in tribulation. Скорбь у них тоже где-то присутствует. And the post-trib rapture. Восхищение церкви после скорби. And the return of Christ. И возвращение Христа. And of course, all of them believe in heaven. Все они верят в небо, в новое небо и новую землю. Там вот написано, век церкви – это и есть век царства. Давай, да, это вот царство и церковь после Христа. It sees that the kingdom has come. Они считают, что царство небесное уже пришло. The церковь. Matthew 13 that talks about the mystery of the kingdom. В Евангелии от Матфея в 13 главе, где говорится о тайне Царства Божьего. Since it has come, this must be all that's going to come. Он считает, раз уже проповедовалось о том, что Царство Божие приблизилось, значит оно уже есть, существует. Augustine held this position. Этой точки зрения придерживался Августин. Luther, Calvin. Do you see any problems with this position? Вот какие проблемы вы видите в этой точке зрения, или вам нравится эта позиция? Нравится то, что голову мать. So, тот опыт, который позволяет мне делать выводы, что церковь навряд ли соответствует Царству Небесному. So, from the experience he has, he can say that the church and the kingdom of God can be the same thing. That the church is just meets the standards. Ну да, эта точка зрения, получается, она у нас просто отнимает Божье Царство. То есть как бы это что, все, на что мы можем рассчитывать, получается. То, чего нам желали. Смотря даже на эти пророчества, которые говорят о царстве, да, то оно не соответствует сегодняшнему времени. Мир, хотя сегодня мира нет. Okay, very good. Очень хорошо, очень хорошие аргументы. You guys are thinking biblically. Да, вы думаете по-библейски. That's very good. Это очень хорошо. Yeah, let's look at some of the problems with this view. Давайте посмотрим, какие же проблемы или недостатки у этой точки зрения. As you guys have already alluded to. Вы уже их высказали. If the kingdom is simply spiritual. А если царство только духовное? All the texts, all the biblical texts for the second coming must be taken spiritually, not literally. Если царство Божье только духовное, то тогда все библейские места о втором пришествии Христа тоже нужно воспринимать только с духовной точки зрения, а не буквально. Если царство Божие только духовное, то все места о втором пришествии Христа придется воспринимать только с духовной точки зрения, а не буквально. Like, for example. Например. Like in Isaiah chapter 11. У пророка Исаии в 11 главе написано.
verse 6. В шестом стихе. The wolf shall dwell with the lamb. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. They would say that's not literally going to happen. Эта позиция говорит, что все это буквально не произойдет. It's just figuratively, just as talking about there's going to be peace. Здесь только образно говорится о том, что будет мир. I guess peace in a person's heart, because there's no peace now. И скорее всего они говорят, что мир Божий будет в сердце человека, потому что в наше время такого мира мы не видим внешнего. Another problem. Еще один недостаток или проблема. Is oops, before we move on to that one. Прежде чем мы перейдем к этой проблеме. Going back to the first problem. Хочется еще дополнить насчет первой. The problem you have is that when Christ came the first time. Тогда получается, что когда Христос пришел впервые на землю. Prophecies were literally fulfilled. Помните, что пророчества все исполнились о его приходе буквально. For instance, Zechariah. Например, мы с вами проходили. Пророчество у пророка Захарии. Since we're talking about animals here, так как мы начали с вами говорить о животных, at his first coming, Zechariah 9:9, в 9 главе, в 9 стихе, Захария говорит о том, что когда Иисус Христос придет в первый раз, it says that Jesus would come riding on a donkey. Написано, что придет царь, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Did he really come riding on a donkey? На самом деле он на ослице. So what would make us think that when he comes for the second time? А почему же тогда мы должны думать, что во время второго пришествия? Isaiah won't be literally fulfilled. Нет, буквально будет исполняться пророчество Исаии. It would if you have one time you're going to do it literally, another time you do it spiritually, pretty soon you just have chaos. Если первый приход пророчества исполнялись буквально, а во второе пришествие допустим, только духовно, то получится полный хаос. Yes. А в комментарии по поводу этого Лютера, Кальвина, есть вообще что-нибудь говорят? So, are there any commentaries on what Luther or Calvin themselves say about the tradition? Yes. I had a quote from Calvin. I don't know if I have it with me here. That he spiritualized, for instance, Isaiah chapter 11, verse 6. У меня вот нету цитаты здесь, наверное, не записано, но я вот читал у Кальвина, что он духовно, только в духовном смысле, видел исполнение пророчества 11 главы, 6 стих Исаии. As I said the other day, I believe. Well, let me back up for a moment. Last January. I took a class at Trinity. Вот в январе прошлого года я брал тоже посещал курсы в семинарии Trinity. And it was a class that was taught by one of the foremost experts in the world on the Reformers. Это был курс, который преподавал один из выдающихся исследователей и экспертов, специалистов в области периода Реформации. And I asked him, did the reformers was the reformers eschatology based upon really look examining the text, or was their eschatology based upon what Augustine had believed? Я спросил у этого преподавателя, придумали ли период реформации вот эти вот выдающиеся личности что-нибудь сами по эскатологии, или все их взгляды были основаны только на взглядах Августина? And immediately he said, the reformers, Calvin and Luther, just simply copied what Augustine had taught. И незамедлительно преподаватель ответил, что и Лютер, и Кальвин просто скопировали то, что было у Августина. And as I said last week, you know, the reason the reformers were very biblical men. На прошлой неделе я говорил вам о том, что мы должны все-таки уважать вот этих выдающихся личностей, потому что они занимались изучением Библии.
But they their huge issue was they were trying to understand and hammer out the doctrine of salvation. Но в тот период в истории самая главная задача, которую они преследовали, это вот составить, сформулировать, четко изъяснить доктрину о спасении. And sanctification. И освящении. And so they didn't give a lot of time to eschatology. Поэтому времени на эсхатологию у них просто не оставалось. However, we have more time to give to eschatology. А у нас больше времени заниматься эсхатологией, чем у них. You know, and in part, I believe this is by God's providence. Я думаю, что частично это даже Божье провидение. Because we are getting closer to the end, and we need to know these things. Потому что мы ближе к концу, чем они, и нам намного важнее знать, какими будут последние дни. Like I've said before. Как вот я раньше говорил. Once all this begins to happen. Как только все это начнет происходить. You'll want to know what the Bible has to say. Тогда вы с большим интересом будете изучать все, что Библия говорит о последнем времени. And we're getting a heads up right now. А мы с вами уже как бы заранее все это проходим. А как учитель относится к тому, чтобы конец мы можем продлить, например, как с Ниневией было? Продлить? То есть, что попозже все получится? Ну да, ну понятно. Понятно. Я Билли прочитал, у него точка зрения такая. Помолиться. Именно как бы с Ниневией. Пройдет, но все равно... I don't think so, no. Он говорит, что люди не могут. God's already said it. He's already planned it. Бог уже знает, когда это произойдет. Ну, Библия так четко пишет, что все-таки по расстоянию народа многих Господь по милости своей будет продлевать. Но Он придет, Он конец придет. Nations and countries to repent, and because of His mercy, He is just making that time longer. Yes, you know, I mean, there's a biblical text that says that God is not willing that any should perish, but all. Да, да, есть вот библейский текст, да, где говорится о том, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб, а чтобы все, да, уверовали, пришли. But at the same time, God has already planned for. The time of his return. Но в то же время в Божьем замысле уже существует дата второго пришествия. Уже сочел, да, раскаяние. Да, как бы заранее. Постмажорные все обстоятельства. The second reason why amillennialism has a problem, it seems to me. Итак, второй недостаток в амиллинаризме. Is that according to this view, the church has replaced Israel. Согласно этой точке зрения, церковь занимает место Израиля. And there's no future for ethnic Israel. И, соответственно, никакого будущего у народа Израиля уже не будет. And this would speak against what book and chapter in the Bible? Вот это вот утверждение не соответствует учению, которое записано в какой книге, в какой главе? And this position also, кроме along with future for ethnic Israel. Есть еще один недостаток у этой позиции, кроме того, что они вот утверждают, что будущего у народа израильского нет. There is no fulfillment of the land as it had been promised in the Abrahamic covenant. Получается, что не будет исполнения того пророчества о земле, которое еще у нас записано в завете с Авраамом. So you see, that's why we started out studying those covenants. А теперь вы понимаете, почему мы с вами начали наш курс с изучения различных заветов. Revelation chapter 20. Откровение 20 глава. Where it talks about a thousand-year kingdom. Здесь говорится о тысячелетнем царстве. The amillennial position spiritualizes this text. С точки зрения амиллинаристов здесь говорится только о духовном.
and says that this is being fulfilled now. И они говорят, что это время, что это царство уже исполнено сейчас. But as you read the text, you would think it's still yet future, after the time of judgment. Однако, если вы будете читать этот текст, то вы увидите, что все это еще должно произойти в будущем, после суда. But once again, the amillennial position, from their point of view, they see that Christ has come speaking of the kingdom must be here, but they don't see any physical aspect of the kingdom. Итак, еще раз говорим о Царстве Небесном, о котором проповедовал Иисус Христос. С точки зрения амиллинаристов, да, Иисус Христос проповедовал о том, что Царство Божие приблизилось, однако никаких земных аспектов этого Царства приверженность этой точки зрения не видит, только духовный аспект. Any questions or comments about this position? Какие-нибудь вопросы или какие-нибудь дополнения по вот этой точке зрения у вас есть? А милитаризм? Okay. Хорошо. The next position. Следующая точка зрения. Dispensational. Dispensationne. Premillennialism. Premillennialism. Christ comes. Значит, первое пришествие Христа. Christ offers the kingdom. Христос предлагает царство. It is rejected. Это царство отвергают. By Israel. Израиль отвергает это царство. So God establishes the church, which they consider to be sort of a parenthesis in God's program. Можно взять вот церковь в скобки, как бы они считают, что вот это вот пришлось вставить в историю. The rapture takes place. Далее восхищение церкви. Daniel's 70th week begins with Israel. Потом начинается 70-я седмина Даниила. Это определено для Израиля. Time of judgment. Это далее время суда. And then the return of Christ. Возвращение Христа. And второе пришествие. The thousand-year kingdom. И потом уже 1000 лет. Great White Throne Judgment. Далее еще суд Белого Престола. And then heaven. Далее небо, новое небо. Which is new heaven, new earth, Revelation 21:22. Новое небо и новая земля, о котором говорится в Откровении 21:22 стихе. One of the things that this view has going for it, one of the things that has it in its favor. Итак, что положительного мы можем сказать об этой точке зрения? It seeks a more consistent hermeneutics. Во-первых, она придерживается более последовательной герменевтики. If the prophecies for Christ's first coming were literally fulfilled, а если пророчества, которые касались первого пришествия Христа, были исполнены буквально, the prophecies for his second coming must also be literally fulfilled. То пророчество, которое имеет отношение ко второму пришествию Христа, также должны исполняться буквально. Understand? Это понятно, да? Это вот положительный момент. There's, however, some problems with this view. Однако есть и недостатки или проблемы у этой точки зрения. As I said, this view says that Christ came preaching, offering a physical kingdom. Как я уже говорил, согласно этой точке зрения, Иисус Христос пришел и предложил царство на земле. So that, for instance, if we go back to Matthew chapter 4, а если мы с вами вернемся к 4 главе Евангелия от Матфея, verse 17 стих, where it says, "Repent, for the kingdom of God of heaven is at hand." Здесь написано: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». The dispensationalists would say that what Christ meant by what he said here
А что же подразумевается под этими словами с точки зрения диспенсационного премиллинализма? Is that I'm offering you, the Jews, the physical kingdom. Они видят в этом следующий смысл. Иисус Христос говорит: «Я предлагаю вам, евреям, земное царство». In order to get it, you must repent. Для того, чтобы получить это царство, вы должны покаяться. Okay, the problem, as I see it, with this. Однако какой недостаток в таком заключении? Is that the dispensationalists make a distinction between the terminology kingdom of heaven and the kingdom of God? Заключается этот недостаток в том, что есть, они разграничивают, то есть видят разницу между двумя понятиями: Царство Небесное и Царство Божие. According to them, kingdom of heaven means an earthly kingdom, physical. Согласно этой теории, Царство Небесное подразумевает земное царство. And the kingdom of God means a spiritual kingdom. А Царство Божие подразумевается под ним духовное царство. However, for instance, if you look at Matthew chapter 5, verse 3. Однако, если мы посмотрим другие места, например, Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Написано: "Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное." Is that how the Russian Bible reads to them? Okay, now turn to Luke chapter 6, verse 20. Также откройте Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих. Okay, it's the same sermon. Да, Евангелие от Луки, 6 глава, та же самая проповедь. Same sermon. Та же самая проповедь. But here it says, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." Но написано: "Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие." So, in other words, другими словами, these are not two different terms. Это не два разных понятия. But two terms explaining the same aspect. А взаимозаменяемые понятия, которые объясняют один и тот же аспект. Do you understand? Это понятно, да? So, to say that one is an earthly and one is a spiritual, I don't think is correct. И поэтому неправильно было бы говорить, что Царство Небесное – это земное, а Царство Божие – это духовное царство. Again, according to this theory, еще согласно этой точке зрения, Jesus offers a physical kingdom, Иисус Христос предлагает царство на земле, but the Jews reject it. Но евреи его отвергают. However, according to John chapter 6, verse 15, однако в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 15 стихе, it is not the Jews who are rejecting the kingdom, but Jesus who is rejecting being their king. Посмотрите, что здесь не евреи отвергают царство, которое предлагает Иисус Христос, а Иисус Христос не желает быть их царем. Notice, perceiving that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. Обратите внимание на этот стих от Иоанна 6:15. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. I believe that what Jesus was offering, я думаю, что когда Иисус Христос предлагал что-то, was a spiritual kingdom. Он предлагал им духовное царство. And that needed repentance. Которое требовало покаяния. And he was offering himself as a meek king. И он предлагал себя в качестве кроткого царя. As the lamb. Предлагал себя как агнца. Remember Zechariah 9:9, he'll come riding on a donkey. Помните, в Захарии 9 главе, в 9 стихе было написано, что кроткий царь приедет на осленке. This is something that the nation as a whole did not want. И, соответственно, народу в целом это не было нужно. Okay,
Number three reason why I think this is a weak position. Третий недостаток или третья слабость этой точки зрения. Matthew 16. А 16 глава Евангелия от Матфея. Verse 19. 19 стих. Jesus says to Peter, Иисус Христос говорит Петру, I will give you the keys of the kingdom of heaven. И дам тебе ключи Царства Небесного. So it seems that some type of kingdom has been established with Peter and the apostles. Можно утверждать, что какое-то царство все-таки было установлено Петром и апостолами. Reason number four. Четвертое. What about the cross? Что нам делать с крестом? According to this theory, if the Jews had received Christ as king, согласно этой точке зрения, если бы евреи приняли Иисуса Христа своим царем, there would be glory, then suffering. То тогда была бы сначала слава, а потом страдание. But according to Luke chapter 24, verse 26, а вот в Евангелии от Луки в 24 главе, в 26 стихе, so according to this verse, is it glory first or suffering first? Какой у нас здесь порядок? Что сначала слава, а потом страдание, или сначала страдание, а потом слава? Страдание, слава. Сначала страдание, потом слава. Now, you'll notice that this view. Вы можете обратить внимание на то, что согласно этой точке зрения. Has the rapture coming before Daniel's 70th week? Восхищение церкви происходит до начала 70-й седмицы Даниила. So if you want to believe in a pre-trib rapture, и поэтому если вы хотите верить в восхищение церкви до великой скорби, you need to believe in this position. То вы можете придерживаться вот этой точки зрения. As we shall see in the coming week. А вот в течение этой недели. This position was first taught in about 1850. Что в начале эта точка впервые эта точка зрения появилась в 1850 году. Dwight L. Moody was a big fan of it. Следовал этой точке зрения Moody. And because he was a famous evangelist. А так как он был известным благовестником. He taught it, and so many people believed it was true. Он проповедовал эту точку зрения, и многие люди в нее поверили. It was also spread by Schofield Reference Bible. Также эта точка зрения распространялась Библией с пометками Скофилда. And two big seminaries that taught it as well were Dallas Theological Seminary. Две большие семинарии преподавали эту точку зрения. Одна из них Далласская. Богословская семинария. And another one, Grace Seminary, the one I graduated from. И вторая семинария это семинария благодати или Grace, в которой я обучался. But as we see, it has some weaknesses. Но мы видим, что и у этой точки зрения есть свои слабые стороны. Let's now do a fourth. И четвертая позиция. It's a historical premillennial. Это исторический премиллинаризм. Исторический премиллинаризм. It is called historical because. Помните, он называется историческим, потому что. This was a position held by. As far as we can tell, by almost all of the apostolic and church fathers. Насколько нам известно, этой точки зрения придерживались почти все апостольские отцы. It was a position that was held for the first two or three centuries of the church. Первые 2-3 века в истории церкви это была популярная точка зрения. At least in part. По крайней мере частично эту точку зрения принимали. In this view. Итак, согласно этой точке зрения, there is, well, in this view,
It's a little bit fuzzy. But there's the church and the kingdom. Да, немножко здесь вот непонятно, но и церковь, и царство присутствуют. Daniel 70th week. Здесь дальше 70-я седьмина Даниила. Rapture. Восхищение церкви. Return. Возвращение Христа. Thousand years. Потом тысячелетнее царство. Great white throne judgment in heaven. Суд белого престола, новое небо и земля. One of the major differences. То есть основное отличие, главное отличие этой точки зрения от предыдущей. Between the dispensational and historical. То есть разница между диспенсационным премиллинаризмом и историческим премиллинаризмом. Is that there is no postponement theory here? Здесь нет вот этой теории, то что царство откладывается на какое-то время. And there's basically a post-trib rapture here. И второе отличие, что во второй точке зрения восхищение церкви происходит после великой скорби. То есть первое отличие нет, царство не откладывается на более поздний срок, а второе восхищение церкви происходит после скорби. Okay. Let's go back to Matthew chapter 3. Евангелие от Матфея, 3 глава. Is your head spinning or are you able to follow what we're saying? Вы можете следовать за тем, что вот мы проходим сейчас, или уже запутались? Еще можем. Okay, good. Okay. Matthew chapter 3. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. John the Baptist comes preaching about verse 2, repent for the kingdom of heaven is at hand. Во втором стихе Иоанн Креститель проповедует: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Okay, I've asked this before, but I'm just asking it again. Я уже задавал вам этот вопрос, снова его задам. What were the Jews expecting when they heard those words? Что ожидали евреи, когда они услышали вот эти слова? Что должно было последовать за этим в их понимании? Новость должен прийти был царь и дать им свободу. Восстановить израильское царство, восстановить царя, который от колена там Иудина. When their enemies would be destroyed and they would have paradise. Естественно, они ожидали того, чтобы вот их враги и угнетатели были уничтожены, и они наконец-то стали жить мирно и спокойно, как в раю. But John the Baptist throws them a curveball. Однако Иоанн Креститель бросает им вот такой вот мяч. That translates in Russian? No. Something like it's like they were expecting one thing and another thing is given to them. Получается, что вот они ожидали одного, а они получают от Иоанна Крестителя другое. So the Pharisees and the Sadducees, фарисеи и саддукеи, they came out thinking that, hey, this kingdom is coming, this is for us, because we're Jews, we're in. Они думали следующим образом: Царство Божие приблизилось, а так как мы евреи, это все для нас. Значит, это наше время наступило. And John very pointedly says, "You brood of vipers." А Иоанн Креститель им говорит совершенно другое. Он говорит им о том, что они в седьмом стихе он говорит им о том, что они порождение ехиднины. Unless you repent, если вы не покаетесь, you have no part in the kingdom of God. То не можете быть в этом царстве Божьем. Don't rely upon your Jewish heritage. То есть не нужно полагаться только на то, что вы евреи. So in other words, part of this kingdom
involves repentance and acceptance of the Messiah Jesus Christ. Другими словами, из этого текста мы видим, что для того, чтобы войти в это царство, необходимо еще покаяние и принятие Мессии. And Jesus brings this out in John chapter 3, for instance. Brings this aspect of repentance. Вот об этом покаянии и о вере в 3 главе Евангелия от Иоанна говорит Иисус Христос. Where he tells Nicodemus, you must be born again. Вот там он говорит Никодиму о том, что ему надлежит родиться свыше, или родиться заново. But notice what he says in verse 3, chapter 3. В 3 главе, в 3 стихе, что он говорит. Unless one is born again, he cannot see what? Если кто не родится свыше, не может увидеть что? Царство Божие. Just because you're a Jew, you're not in. Недостаточно просто быть евреем для того, чтобы войти в Царство Божие. You must be born again. Нужно еще рождение свыше. You see, there's this spiritual aspect of the kingdom. То есть мы видим, что у этого царства есть духовный аспект. And only those who have been born again, who have a new spirit, will begin to. Только те, кто рожден свыше, только те, кто обновлен духом, получили дух. Те могут быть в этом царстве. So you know, the Jew is thinking to himself, okay, there's this upstart from Galilee who says the kingdom is here, Jesus. Mm-hmm. Что же думают в это время иудеи? Они говорят, вот пришел человек из Галилеи, проповедует о том, что Царство Божие приблизилось. But what proof does he have that he is bringing this kingdom? Но какие у него есть доказательства или какие у него есть основания говорить то, что он это царство Божие принес? Turn to Matthew chapter 12, verse 28. Откроем Евангелие от Матфея 12 главу. Если же я духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. But the Spirit of God said that then the kingdom of God has come upon you. Конечно, достигло до вас Царствие Божие. Keep your finger there. Turn to Luke chapter 10, verse 20. Вот здесь закладочку оставьте. Откройте Евангелие от Луки, 20 главу от Луки. Which we'll look at in just a minute. Мы сейчас посмотрим это место. But according to Matthew 12:28, what Jesus is saying. Здесь вот в Евангелии от Матфея, 12 главе, 28 стихе, что подразумевается под словами Иисуса Христа? By the defeat of the evil one, it shows that God's kingdom has come to this world. Здесь говорится о том, что изгоняя зло, изгоняя бесов, да, таким образом наступает Царство Божие, посредством этого наступает Царство Божие. And the prophecy of Genesis 3:15 is about ready to be fulfilled. То есть можно сказать, что пророчество, которое дано в Бытие в 3 главе, в 15 стихе, начинает сбываться. Today, so you might say, okay, if this is, we are now in the phase of a spiritual aspect of the kingdom. На сегодняшний день вы можете сказать, хорошо, если мы сейчас живем в то время, когда мы испытываем духовный аспект этого царства. You might say, well, maybe our primary objective is to cast out demons. То, может быть, наша главная цель, чем нам следует заниматься, да, чтобы Царство Божие наступило, заниматься экзорцизмом, изгнанием бесов. And in fact, there are a number of ministries that think exactly that way. Дело в том, что существует очень много служений, которые именно этим и занимаются. But Jesus says, as we said in 10:20, it's Luke 10:20. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Do not rejoice that the spirits are subject to you.
Иисус Христос говорит следующее. But rejoice that your names are written in heaven. Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. And also, according to Matthew, the Great Commission. А также согласно вот великому поручению, которое записано в Евангелии от Матфея. The main commission is telling people to repent. Основное повеление данное нам – это призывать людей к покаянию. Be baptized and teach them all that I have commanded you. То есть нужно научить все народы, а потом уже крестить их во имя и так далее, и научить всему, что учить соблюдать все, о чем говорил Иисус Христос. The primary way of bearing witness to the kingdom of God in this era. А вот в нашу эпоху каким образом мы можем способствовать установлению Царства Божьего? Is preaching and teaching God's word, as we shall see in just a moment. Именно через проповедь и через наставление, через обучение Слову Божьему, и мы это увидим сейчас. So as we shall see in just a moment, what we are saying is that Christ has come. Другими словами, мы говорим, что Христос пришел. Offering a spiritual kingdom. Предложил духовное царство. And the church. А церковь. Is going to bear witness of that kingdom. Становятся свидетелями этого царства. In the Old Testament, it was Israel who bore witness to the kingdom. В Ветхом Завете свидетелями должен был быть Израиль. Because they failed, they were set aside. Но так как у них ничего не получилось, они не выполнили свою миссию, они как бы отставлены в сторону. The church has been grafted in. А теперь привилась церковь. And it is now our task to bear witness to the kingdom of God. Быть свидетелями этого царства Божия. Which basically, as we said, is the Great Commission. Мы уже с вами сказали, что фактически в этом и заключается великое поручение. Mm-hmm. Yes. А вот здесь сказано во второй главе к Ефесянам, также о духовной сфере этого царства, сказано, что, mm-hmm. что верующие, да, воскресли вместе со Христом и посажены на небесах во Христе Иисусе. That believers in verse 6. Chapter 2, verse 6. Это подтверждение того, что небеса уже дарованы, и в духовном смысле мы уже находимся в этих небесах. Yes, we're already part of that kingdom. Да, то есть мы уже фактически часть этого царства. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.